Сегодня мы нарисуем гжельскую птицу. Для урока нам понадобится кисть номер 3, кисточка номер 1, чтобы проводить тонкие линии. Итак, птицу будем рисовать сразу краской, без предварительного рисунка. Но если кому-то сложно будет, можно сделать небольшой набросок. Итак, гжельская птица. Начинаем рисовать ее с головы и проводим линию туловища. Вот такой крючок. Еще раз, если у нас не легла краска ровно, проводим еще раз. Так. Наметили линии туловища, линия крыла. Провели еще мазок. Взяли белую краску и провели внутри белую краску вместе с синей, не промывая кисточку. Желательно работать без воды. Вода нужна только для того, чтобы промыть кисть и снять с нее воду. Туловище мы закрашиваем точно так же, используя акрил или гуашевую краску. Разворачиваем кисть. Кисть ложится плотно. Кисточка стоит вертикально. И проводим мазки на себя, под себя. Так. Высветляем, чтобы крыло было у нас видно. Так. И несколько мазков по туловищу мы еще раз проводим. Собираем мазки, чтобы они были у нас аккуратными и красивыми. Так. Наберем на кисточку еще синий цвет и нарисуем крыло с левой стороны. Кладем кисточку вертикально, делаем нажим на кисточку, поворот, и от себя линия уходит. Теперь от себя линия. Так. И вот так. Берем немного белой краски и проводим мазок. Еще раз. Кладем кисточку и проводим мазок. Слегка подправляем. Нарисуем хвост. Также кисточка стоит вертикально. Нажим легкий, поворот и от себя. Если хотите более пышный хвост, можно еще добавить линию. Повторяем движение первой линии и уводим кисточку вправо. Делаем нажим, поворот, еще раз нажим, поворот и сторону. Берем белую краску и проводим ее также в середине. Взяли толстую кисточку потолще, номер 3, и проводим мазки для цветка от себя. Берем белую краску и проводим в центре.
себя. Так, дальше мы проводим лепестки слева и справа, вертикально, нажим. Так, вертикально стоит кисточка, и снова нажим, нажим, нажим. Подправляем. Проводим тонкие, изящные усики. А сейчас мы украсим птицу. Нарисуем ей мелкие детали. Это глаз. На этом уровне можно его тоненько прорисовать. Так, теперь мы нарисуем элементы украшения на туловище. Так, вот оперение можно выполнить таким образом. На крылья сделаем узор. Такую сеточку. Вот так. Вот такая у нас получилась композиция.